достаточно жесткий съемочный график, да? Да. Тяжело, устали сильно? На сцене, конечно, забываем. Но после, когда уже начинаем переодеваться, конечно, чувствуется нагрузка, потому что в темп работы, сами понимаете, надо все успеть. Не только я, много певцов, очередь. И поэтому мы в очень быстром темпе начинаем работать, конечно, и серию песен снимаем. Но это уже не первое ваше участие в программе «Добрый вечер, Казахстан». Да. Нравится сам проект? Я думаю, это одна из любимых концертных программ телевизионных для наших зрителей. И зрители благодаря этому каналу, этой программе увидят еще наших друзей, россиян. Получается такой большой дружеский концерт. Друзей, коллег. Это очень рейтинг высокий, конечно, уровень программы тоже очень высокая. Самые лучшие певцы поют. Когда вы только делали первые шаги на пути к тому, чтобы стать великой народной певицей, кого вы считали своей, ну скажем так, конкуренткой в то время? Ну, я просто равнялась на наших, на нашем старшему поколению. Они были для меня, и были, и останутся всегда моими учителями. А на конкурсы всесоюзные я первая начала выступать на конкурсах международных, всесоюзных. Потом уже за мной пошли другие наши певцы. Так что в то время я была одна. А сегодня современных артистов кого вы можете выделить? Вот кто может... Сегодня очень талантливая молодежь, образованная. Сегодняшние артисты, они свободны в выборе и репертуара, и музыки. Поэтому я хочу отметить, даже сегодня на этой сцене я пела, например, вместе с Владимиром Ступиным, с Мадиной Садуакасовой. Это мои любимые певцы. И я хочу сказать, у них очень красивый репертуар. Они настоящие профессионалы, признанные певцы, которых я с удовольствием слушаю и вместе с ними с удовольствием выступаю. Еще такой вопрос. Как вам удалось избежать звездной болезни при таком внимании и всенародной любви? Ну, как она может быть звездной, если я себя такой, прям слишком такой большой звездой не считаю? Я всю жизнь тружусь над тем, чтобы соответствовать сегодняшнему требованию нашего зрителя, соответствовать своему высокому званию. И просто я думаю, что в нашем творчестве нет пределов совершенствования, поэтому надо каждый год готовить новые песни, каждый год новые программы концертные. Я вот каждый год даю ежегодные отчетные концерты перед своими зрителями на протяжении 40 лет. И каждый год как будто экзамен творческий заново начинаю. Расскажите, пожалуйста, о своей работе с молодыми дарованиями. Я хочу сказать, в этом году у меня очень много выступлений с молодыми певцами. На 8 марта мы готовим новую программу концертную, в котором принимают участие вместе с моим сыном другие исполнители, его же сверстники, ребята, с которыми он вместе выступал и участвовал на «Фабрике звезд». И все лауреаты, молодые, начинающие, талантливые, яркие артисты, талантливые артисты нашей эстрады. 6 парней молодых будут вместе со мной выступать и поздравлять наших мам 8 марта в концертном зале «Казахстан» в Астане. Это будет наша новая концертная программа. И последний вопрос. Совсем недавно вас вместе с вашим сыном, с двумя сыновьями показывали в ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят». Вот было такое внимание, наверное, приятно. Мне очень приятно, потому что в нашем СНГ помнят мои песни, помнят мои гастроли. И мои зрители, конечно, захотели увидеть меня, встретиться со мной. И компания, вот команда Андрея Малахова приехала специально к нам в Алма-Ату и сделала съемку у меня прямо в доме. Мы не ожидали, для нас это был очень приятный сюрприз накануне Нового года. Я, конечно, благодаря этой съемке, воспользуюсь этой съемкой, поздравила всех моих коллег-россиян, с которыми я выступала, и когда приезжаю в Москву, во многих концертах я вместе с ними пою. Все, спасибо. Спасибо. Володя, нас Первый канал снимает. Мы только что дуэтом отпели.